Всем привет, ребята, меня зовут Руслан, и сегодня будет видео о таких покупках больших. Я купила тут в магазине Ашан и в магазине Фамилия, но Фамилия тут немножко совсем купила. Я еще купила Фамилии вещи, но я их показывать не буду. Вот, ну что ж, давайте мы начнем. Купила такие вот свечи чайные с персиком. Это, в общем, такие обычные свечки. Ничего такого примечательного в них нет. Вот, свечи как свечи. Вот. Вот. Давайте я вам буду называть цену на все. Вот он весь чек. Я вам не хочу просто на все говорить, потому что это будет очень долго. Вот весь чек. Хотите, поставьте на паузу и можете сделать скриншот и посмотреть, сколько что тут стоило. Вот, давайте мы продолжим. Я купила такой обычный контейнер. Ну, обычный контейнер, не знаю, с зелененькой крышечкой. Я сюда хочу что-нибудь складывать, еще даже не думала, что. Ну, просто, ой, извините, пожалуйста, чтобы он просто был. Вот такой контейнер. Так, следующее, что купила, это три такие пачечки салфеток. Влажные салфетки. Очень прикольно, мне прям понравилось. Там, в общем, поштучно такие продаются. Одна пачечка такая 3 рубля стоила. Это я хорошо помню, прям мне понравилось. Я взяла 3 штуки попробовать, как они тут сами утирают все. Просто это очень удобно куда-то брать. Чтобы целую пачку не брать. Видите, что шатается камера. Так, следующее, это жевательные колбаски из говядины для собак. Вот такие малина. Я их уже нигде давно не видела. И в Ашане вот увидела, такие продаются. Малина фирмы достаточно хорошая, с лакомствами. Вот говядина 60%. Купила Миша и Лёля. То есть две колбаски будет Лёля, две колбаски будет Миша. Вот. Все, что купила, это две вот такие вот мармеладки. От Чупа Чупс. Кола Туб. Или тюб, и, в общем, это вот такие вот мармеладки, снаружи как со вкусом колы, а внутри я не знаю, что там, вот такие вот. Я вам покажу конфеты, которые я взяла. Я купила Milky Way, такой вот обычный, Nuts, Snickers и Mars. Они стоили все по 26-25 рублей, кроме Milky Way. Milky Way 15 стоил. Вот. Достаточно, это, по-моему, достаточно хорошая цена для таких вещей. Дальше это киндер со злаками. Чоколад. Вот такой вот я его обожаю. Он стоил 29 рублей, по-моему. А, не 23 рубля он стоил. Сейчас точно узнаю. Да, 23 рубля он стоил. Вот это что, из чего прям угораю, просто не знаю. Корм для хомяков. Я взяла чисто по приколу, своему я давать не буду. Ну, это просто смешно, ребят. Ну, реально, вот такая пачечка. Стоила 11 рублей. Корм для хомячков. И знаете, какой тут состав? Смотрите. Сейчас. Мои ногти не надо смотреть. Вода, курица, овсяные хлопья. Курица, понимаете, для хомяка курица, ребят. Это вообще, это не знаю, это ладно был бы хорек, хорьки, они хищники, но хомяки, но это вообще, не знаю, как так можно. Ну, каждый день, что, нормально. Это такие ватные палочки для ушей, просто у нас дома закончились, вот все. Стоили 45. Что я купила, это я купила Фамилия. Так, тут наклеечку надо эту отклеить. Блин, ладно, потом надо будет сливки шоу пользоваться. Как эту штуку отдирать? Ладно, смотрите, в общем, это вот такая бутылочка. Вверх она вот тут откручивается. Здесь можно заливать, например, лимон там или какие-то фрукты разные с водой, там, со льдом. А вот здесь откручиваешь такая бутылочка, и можно сюда как стакан наливать. Вот смотрите, очень удобно. И также можно... Ой, извините, пожалуйста. Также можно тут ее прицеплять как куда-то, как брелок какой-то, ну, такой, чтобы удобно носить. Она пластиковая, розовая. Там была еще голубая, но я захотела розовую. Какие девочки. Да. Вот, давайте дальше. Взяла. Это вот такие Jelly Belly, Fruit Mix. Там были еще кондитерские изделия, такие типа микс. Но я захотела именно фруктовый микс. Вот, я их вообще, по-моему, один раз пробовала, и то давно. Именно вот такие вот Jelly Belly. Вот, хочу попробовать. Что я купила, это обычная вот такая замазка. Вот, просто у меня не было. У меня была только... Сейчас покажу. Только вот такая у меня замазка. Вот, а мне надо для рисунков, для некоторых еще вот такая замазка. Вот, поэтому это удобно. Все, давайте дальше. Следующее, это вот такие вот от Rush 2018. Это этот, как я не помню, как его зовут. Ну, вот этот волчонок, в общем. И там мармеладки такие, как маршмеллоу. Вот, я купила их. Прикольные очень. Хочу попробовать. Там очень много товаров от FIFA 2018. Вот, давайте дальше. Я купила тут такие вот конфетки «Холодное сердце».
вообще не знаю, что сказать. Просто обычные сосательные конфеты. Я купила их, вот такие чупа-чупс. Жвачка со вкусом клубники. Стоила 11 рублей. Такая вещь, что я купила, это от фирмы чупа-чупс. Тоже сладкая вата баблгам. Я такую вообще давно не видела. Вот. Это как бы сладкая вата, а потом она превращается в жвачку. Думаю, многие знают, потому что раньше она везде продавалась. Сейчас ее практически нигде не найти. Вот. Мне она очень нравится. Купила. Это вот как в развес. Мармелад. В общем, три вот такие мармеладины. Вышло на 50 рублей. И, в общем, вот такие вот как черненькие со вкусом кока-колы вышло на 30 рублей. Такие мармеладки мне не очень нравятся. Следующее, это вот такие вот две тетрадки мне не очень понравились. Типа Yoga Dogs. Вот. Ну, две в клеточку тетрадки. Тут как дворняжка, а тут типа питбуля какого-то или... Тоже дворняга с питбулем, не знаю, как, ну, как суфашистский триер. Вот, и такие, типа, Yoga Dogs. Мне они очень нравятся. Они там продавали еще, по-моему, по 20 рублей, я что купила, ли. Но уже открыла. Это, в общем, бон-пари кислые в кубе. Это, типа, кислые на кубе, только в кубе. Ну, в общем, вы поняли. Вот такие вот тут шарики. Они, кстати, очень вкусненькие. Сейчас фокус. Вот. Сейчас еще съем. Вот. Они реально кислые и вкусные. Следующее, что я купила, это от фирмы, ну, типа Coca-Cola в магазине Фамилия. В общем, такая вот кружка, она очень классная, она как будто бы светится. Она просто такая неоновая, она очень классная, она реально как будто подсвечивается. Вот так не очень, а вот так прям как будто реально светится, я не знаю, видно ли это прям на камере. Но мне очень нравится, как это написано Coca-Cola. Что я купила, это вот такие сливки взбитые. Легкий написано. Ну вот, ну самые обычные. Я их уже попробовала, они, кстати, вкусные. Тут легкие, потому что меньше жирности, это 18% же грамм. Следующее, что купила от фирмы Mentos, это вот такие тутти-фрутти, жвачка. Вот, она там продавалась по 40 рублей, по-моему. Мне казалось, кажется, что это дешево, потому что она, по-моему, дороже намного стоит. Следующее, что купила, это такая большая пачка этих мини-маршмеллоу. Мне очень нравится. Прям это, знаете, в кофе добавлять и есть просто. Это очень прикольно. Стоило, по-моему, 156 рублей. Вот, видите, как ее можно куда добавлять. Прям очень классно. Мне прям нравится. Вот. Я купила это такие чипсы от фирмы «Каждый день». Хотела попробовать просто со вкусом сыра. Вот. Стоили, по-моему, 37 рублей. И последнее, что я купила, это, в общем, вот такой вот фонарик на ошейник собаки, прицеплять, чтобы ее было видно. Я очень хотела попробовать, потому что он стоил 40 рублей, или 47, или 49, ну, почти 50 вроде. Вот, я похожую лапку, вот тоже красная, только лапка, там тоже продавались, но я косточку захотела взять. В общем, похожую лапку, вот такая же лапка, покупала ее только от другой фирмы, в зоомагазине Бетховен за 300 с лишним рублей, а тут 50 рублей, понимаете, ребят? Просто это выгода большая, если она будет так же работать. Давайте откроем, посмотрим ее, проверим ее. Если она будет хорошо работать, это будет круто. Как ее? А, ну вот она светит. Достаточно светится хорошо. Но этих двух фонариков маловато. Я думала, она будет побольше светиться. Это прям мало что-то. Реально. Ну ладно, тоже хорошо. Для такой цены это хорошо. Ну, очень прикольно даже. Вот я вам скажу. Ребята, это были все покупки, они вот тут вот все, я просто их не хочу сдвигать еще на кровати. В общем, если вам это видео понравилось, поставь палец вверх, подпишись на мой канал, и всем пока.